Здорово, ребята, я вернулся, всем привет. Да, давно меня не было, но я был занят другими делами, так что не ругайте меня сильно. И, как вы уже, наверное, видели, у Пироговой вышло видео про обнову в Брокхейвен, новую обнову, которая вышла вчера, и она половинку этой обновы вам показала. Моя же задача сегодня показать вам обнову оставшуюся часть, да? Поэтому сейчас мы и будем с вами смотреть. Пирогова вам показала, что у нас внутри домов, а я вам сегодня покажу, что у нас не внутри домов. О, посмотрите, это я в одном из видео пугал Пирогову. Она думала, что это бандит какой-то, нет, это был я. Итак, давайте, ребята, начнем. Как вы уже видели, у нас добавили кучу-кучу много новых пропсов в домах, в частности, да. И также у нас добавили пропс, который мы можем использовать и вне домов, да. И также у нас новые лимиты по VIP-серверам. Давайте же по порядочку будем смотреть. Начнем, наверное, с того, что добавили новую яхту. Я предлагаю вам, ребята, ее посмотреть прямо сейчас. Да, почему бы и нет? Почему бы этим сейчас не заняться? Давайте мы сейчас... Ой, я не туда телепортируюсь. Давайте мы сейчас с вами найдем дом, где мы с вами будем жить. Это у нас будет какой-то дом на океане. Давайте какой-нибудь дорогой, богатый. Вот этот будет замечательный. Так, ставим какие-нибудь хоромы. Давайте вот этот. С вертолетной площадкой. Ух ты ж. Да, ребята, выглядит это супер. Так, давайте теперь попробуем отыграть РП, да, что якобы, все это у меня на самом деле происходит. Итак, давайте мы посмотрим, что же за новую яхту добавили. У меня есть этот Boat Pass, да. Поэтому я смогу вам ее показать. Вот она, ребята, яхта. И посмотрите, эта яхта очень сильно напоминает кое-какую другую яхту. Черт! У меня проблема. Помогите. Помогите, я все сломал. Так, это была плохая идея. Этой яхте точно нужно побольше места. Давайте мы сейчас... подойдем поближе, точнее подальше от этого дома и поставим эту яхту. О, да, ребята, как вы заметили, это яхта, которая у нас находится на озере Мэдисон, да? Ну, почти, да, такая же. Но выглядит она вот прям идентично. Давайте мы сейчас тпшнемся в... Давайте сейчас быстренько вот так вот ее осмотрим, да? Присмотримся, как выглядит эта яхта. Да, давайте мы... посмотрим, что здесь. Да, смотрите, ребята, прекрасно, прекрасно, ага. Это яхта, ребята, целиком и полностью повторяет яхту, которая у нас находится на озере Мэдисон. Давайте глянем, здесь секретка. А нет, секретку здесь убрали. Давайте мы сейчас тпшимся к озеру Мэдисон, и я вам покажу, что я имею в виду. Так, нам сюда, давай сейчас уберем. Озеро Мэдисон, вот. И вот эта яхта, ребята, посмотрите. Ну не шикарно ли? Посмотрите, ребята, какая яхта прекрасная. Хотели на ней поплавать? Вот, наконец-то у нас есть возможность на этой яхте допоплавать. Тоже у нас, смотрите, есть здесь секреточка. Смотрите, все, заходим, видите? Все то же самое. Я в шоке, на самом деле, я не ожидал. Это довольно интересное нововведение, я вам так скажу. Я прям очень рад. Так, давайте мы сейчас сюда телепортируемся и обкатаем же эту яхту. Обкатаем эту яхту и посмотрим, что у нас такое будет. Так, давайте я сейчас поставлю 12 дня, чтобы всегда все было хорошо видно. Посмотрите, это просто капец. Посмотрите, так, ну пицца у нас здесь лежит. То же самое, как и в яхте, которая находится на озере Мэдисон. Это ли не чудо? Ладно, давайте мы ее как-нибудь с вами поводим. Куда нам нужно подняться? Давайте мы сейчас поднимемся. А, вот где. Все, понял. Смотри, здесь еще вот такая вот у нас штука. Где у нас тут кабина-то? А, вот сюда нужно забраться. Так. Забираемся, ребята. И, наконец-то, мы управляем этой яхтой. Вы посмотрите. Я в шоке, на самом деле, что это получилось. Что мы, наконец-то, давайте сейчас мы... обкатаем ее полностью. Скорость 200, турбо ставим 300. Да? Шуточку в комментариях напишите. И давайте мы сейчас ее разгоним, посмотрим, насколько быстро эта малышка вообще может двигаться здесь. Ё-моё, слушайте, но
Я вам так скажу, я доволен очень сильно. Посмотрите, какая красота. Эта яхта реально крут, правда, она очень резко как-то поворачивает. Такое ощущение, как будто, знаете, я не знаю, как-то неестественно, что ли. Ладно, давайте сейчас разгонимся. Давайте разгонимся и посмотрим максимальную скорость этой яхты. Будет ли она быстрая? Потому что выглядит она внушительно, на самом деле. Ё-моё, ребята, это прям вообще, я очень рад. Я очень рад, что эта яхта у нас теперь есть. Потому что сколько мы пытались яхту запустить, которая у нас на озере Мэдисон, да? Но ничего не получалось. Так, ну, к сожалению, ребята, как видите, скорость вот эта максимально, мы не можем быстрее ехать. Смотрите, это максимальная скорость. Даже с учетом, что я поставил 200, мы не едем. Либо она супер долго как-то разгоняется, либо она, я не знаю, настолько большая и просто кажется, что мы так быстро не едем, да? Ну, не знаю. Мне кажется, из-за того, что она очень тяжелая, поэтому нам кажется, что мы не быстро едем. Ну, как вы видите, 200 она точно не гонит. Но это офигенно, на самом деле. Окей. С яхтой мы разобрались, давайте же посмотрим на пропсы, которые нам добавили. Пирогова у вас, вам уже показала пропсы, которые вы можете поставить в домах. Я уже вам покажу пропсы, которые я могу использовать. Понятия не имею, что за пропсы. Он никогда не указывает. Было бы неплохо, если бы, знаете, какое-то время, я не знаю, значочек какой-нибудь новинки был вот здесь, чтобы можно было понять, что новое, а что старое. Потому что это тяжело. Такс. Давайте посмотрим, что вот это за пропсы. Так, нельзя использовать на улицах. Смотрите, это у нас штука. Я не помню, по-моему, такого не было. Исправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Я пропсы практически не использую, поэтому я могу вообще даже не помню, что есть. Так, это что? Ну, я не помню, чтобы у нас что-то военное было. Слушайте, выглядит офигенно. А, у нас всего две штуки. Ага, понял. Всего добавили 38 новых пропсов, включая, как бы, пропсы, которые у нас в домах. Видите, это мебель всякая и прочее. Да, которая можно, ее, по-моему, можно только в этом использовать, в домах или что? Так, а ну-ка. Так, у нас тут телевизоры. Какие-то очень странные вещи здесь происходят. А ну-ка. Ё-моё, ребят, смотрите, это же стол. Это же стол. Офигеть, тут можно теперь, собственно, этот вечеринку на улице провести. Давайте что-нибудь тогда построим с вами. А, здесь еще есть спортзал, кстати, спортзальные штучки. Гантельки. Баскетбольная это. Ульфпак еще написал, что он переработал физику баскетбольного мяча. Давайте мы сейчас это тоже посмотрим. Мне интересно, что ж там такого было. Так, я недавно, кстати, играл как раз этим мячом. Мне вот интересно. А, да, смотрите, он теперь летит гораздо медленнее. Посмотрите, раньше он очень быстрый. Посмотрите, мы как высоко кидаем. Такого не было. Смотрите. Да, реально, такого не было. Но мяч теперь летит, ну он просто медленнее летит, на самом деле. Знаете, как будто у него, как будто он надувной какой-то, не баскетбольный. Баскетбольный мяч так не летает. Но все равно прикольно. Все равно прикольно. Ладно, давайте попробуем что-нибудь поставить. Так, давайте у нас будет что-то интересное. У нас будет кемпинг, давайте кемпинг сделаем. Так, у нас, смотрите, светильники есть такие интересные. Так, ого. Вот так, давайте, я хочу поставить. Мы теперь можем до 30 пропсов ставить. Это просто вообще капец. Крыша может поехать. Так, тихо. Вот сюда. И вот сюда, отлично. Так, сюда мы поставим с вами вот такую вот штуку. Посмотрите, что получается. Неплохо, да? Только здесь так много этих штук, я не понимаю, куда нажимать. Так, а ну-ка еще раз. А, вот сюда. Не сюда, черт. Я все сломал, тихо. Я сдаваться не буду, это вообще невозможно, блин. Так, да не в ту сторону, блин. Не в ту сторону. Тихо, во, все, и стол давай сюда поставим. Твою, короче, ребята, вот так вот красота такая получилась. Сидеть можно, смотрите. То есть это не пропсы, которые не двигаются. Ну, точнее, вы можете спокойно сквозь них-то проходить, да? Я имею в виду то, что вы сидеть хотя бы можете, и это неплохо. Единственное, я не знаю, можно ли тарелку поставить на этот стол. Давайте мы сейчас проверим с вами. Где тарелка с едой? Давайте вот эту возьмем.
Блин, к сожалению, не можем ставить тарелки. На землю могу, на стол не могу. Ну кто ж с земли-то есть будет? Ну что, дикари какие-то. Видите, не получается, к сожалению. К сожалению, не получается. Ну ладно, что поделать. Что поделать, ребята? Придется с пола есть. Придется есть с пола. Я не понимаю, почему так много... что вот это вот? Это удаляет, а это что? Это меняет, а это? Это удаляет. Короче, ребята, напишите в комментариях, как вам обновление. Мне понравилось, но я, наверное, больше всего рад, что яхту добавили, потому что яхта вообще топчик.